Друзья, привет всем! Запущен стрим, наконец-то! Долгожданный момент, первый выпуск программы Versus on Air, и решили мы начать с такого достаточно знаменитого холивара, да, двух самых популярных моб-игр, это Dota 2 и League of Legends, и следующие 40-45 минут вы проведете в компании нас. Меня зовут Люк, и за сосу Олеся. Лесь, привет! Привет! И пригласили мы сегодня к нам в эфир, но не кого-нибудь там, а со стороны Лола. Я не побоюсь этого слова защищать честь игры League of Legends. У нас сегодня будет человек с вебкой, и это Flash in the Night. Flash, привет. Привет. И человек, который забыл у нас сегодня вебку, или не починил, или поломал, я уж не знаю, что с ней сделал. Это, конечно же, человек в синем углу ринга, вот у нас такой импровизированный ринг. Это Каспер. Каспер, привет тебе. Да, всем еще раз доброго времени суток. Ну, на самом деле, вот та фотография, которую ты поставил, она наиболее четко отображает вообще... Суть, да? Суть вообще. Отлично. Мы так и поняли. Да, так что все нормально, друзья. Ребят, хочу сделать небольшой акцент для зрителей в первую очередь, то, что программа наша является развлекательной, и мы не собираемся в ней убеждать кого-то, что там League of Legends это лучше, чем Dota, или наоборот, да? Ну почему, если вот. Dota лучше, чем League of Legends? Мы слышим, что посидеть сейчас в стороне и послушать. Да, хорошо. Ну что ж, Олесь, у нас есть некоторое количество заданий, да, для ребят, которых мы сегодня пригласили, и давай озвучка нам, что у нас сегодня. Так, ну у нас, как обычно... Как обычно, первый раз у нас первое задание. Мы хотим, чтобы вы представили, но не себя, а друг друга. Ага. Вот так вот. Там слышно. Кто хочет начать? Каспер умеет так делать. Я плохо готовлюсь. Я думаю, что начнет у нас провинившийся Каспер. Да. Что мне надо делать? Ты должен представить Флэш. Своего оппонента. Да, вот то есть ты как ведущий. Выжил? Хотя бы знаешь, как его зовут. Кстати, да, ты знаешь, как его зовут? Я вообще имен не знаю в мире киберспорта. Это гнилое занятие знать имена. Поэтому я тоже ваши очень сложно запоминала. Ну ладно. Там... Вась, Петь, Ром, там очень много. А вот никнеймы, в принципе, порой уникальны, но это редкость. Хорошо, давай. Начни нам представлять Флэш. Вот он сидит, посмотри, улыбается и ждет. Я боюсь, как бы это не превратилось в секс по телефону. Ага. Потому что я вообще достаточно склонен к таким шуткам. Ну, я даже не знаю, ну, а в чем, собственно говоря, суть? Потому что... В принципе, я-то его вижу прекрасно. Ну хорошо, ты... особо не приходится. Я точно такой же непобритый. Правда, у меня тут три волосины торчит, в отличие от пышной бороды. Вот я бы на это посмотрела. Так, ребят, у меня техническая неполадочка. В общем-то, я сейчас переподключусь. Поэтому вся Dota-страна остается без веба, поэтому... То есть это как бы у нас плюс один, да, в сторону Флэша? Это уже плюс два. Это уже плюс два? Представление уже плюс два. Правда, сейчас будет 2-1, потому что я еще не представляю. Отлично, все, Олесь, все отлично с вебкой, теперь вроде даже не мутно. Ну что, я так понимаю, это сложно, да, у нас оказалось? То есть вы друг от друга... Ну подожди, он уже даже не попытался, ну хотя бы так. Великий и ужасный Flash in the Night. Как ты это так сказала? Я не знаю, я не ведущая в данный момент. Каспер. Да. Вот главное, мы не видим, здесь он или нет. Может, он там... Хорошо, давай проще подойдем к вопросу. Что ты... Здесь что оно ты... или нет? Что ты знаешь о своем оппоненте? Вот так вот. Кто в чем кто знает? Ну ты, а Флэша, ты что-нибудь знаешь? Я, например, только что увидел, что у него скрытый паблик. Угу. Это очень важная информация. Это очень важная информация. А я заскринил, как Каспер вступает в мой паблик. То есть ты фанат вот Каспера, и все представили. Да? Пока я это говорил, Каспер отменил заявку. Алло. Хорошо, тогда давай, Флэш, попробуй ты представить Каспера. Ну, это такой момент. Начну я, наверное, с фотографии, которая предоставлена Каспером. Я думаю, что представить по ней можно будет много чего, каждый представит сам. Что я о Каспере знаю? Я много слышал еще со времен... того, как перестал в Dota 1 только играть, и я знаю, что, если не ошибаюсь, Каспер стримил
или стримят на StarLadder'е, и знаю то, что когда мне говорят, назовите двух комментаторов Доты, которых вы знаете больше всего, я знаю, что это Каспер и Вилат. Наверное, вот как это мило. На этом мои знания, к сожалению, закончены. Каспер, мне кажется, это еще один плюс к Лолу. Ну почему? Я же за Доту болею, ну. Как же так? А при чем тут Лол? Я сомневаюсь, что Лол тут как... Он представитель Лола, между прочим, сейчас. Он в данный момент сейчас представляет League of Legends. Да, буквально на минутку я перебью и хочу сказать, что в нашем паблике вы как... Вот он написан внизу, да? vk.com/vsonair идет голосование Dota и LoL. Не за... Ну, просто мы хотим определить, какое количество лолеров нас смотрит и дотеров. То есть, понятно, что голосование совершенно субъективно. В общем, на первый-второй рассчитайся. На первый-второй рассчитайся, пожалуйста. Итак, ну, я думаю, что мы продолжим, да? С заданием справились так себе. Ну, хорошо. Ладно. Ну, это был первый ринг. Так, а где наша озвучка ринга? Это был первый ринг. У нас на самом деле должна быть... Есть специально обученный человек, который делал дзынь. Да, ну он, видимо... Вот. Первый ринг закончен. Ну, второй ринг у нас начнется с вопроса, почему Лол лучше Доты? А точнее, лучше продолжите фразу. Вот, допустим, для Флэш теперь у нас начнет. То есть, League of Legends лучше, чем Dota 2, потому что... Буквально 2 минуты. Лучше, чем Dota 2, потому что... Да, по твоему мнению. Лично для меня или в целом она лучше? А давай и то, и другое будет замечательно. Я думаю, что я как эгоцентричный человек начну с себя. League of Legends лучше, чем Dota 2, потому что она попроще. Ее получается получше играть. Я играл в первую Dota с многими ребятами, которые сейчас играют на высоком уровне. Была тогда еще Лига СП. Я думаю, что и Каспер, и многие другие ее знают. У меня были не такие хорошие там успехи. Я на ней, конечно, играл и имел даже лидера Access, но никогда топовым игроком не был и не считался. Поэтому, когда в один прекрасный день Флюр позвал меня поиграть в LoL, я заметил, что получается хорошо, и подумал, ну вот, вот оно мое. Я в Доте, да? Нет, в Dota 2... Dota 2... Я пошел сюда. Dota 2 еще не было тогда, поэтому никаких речей и разговоров о каком-то киберспорте или вот о чем-то связанном с тем, что я сейчас не было. Люди такие, как ПГГ, сидели без спонсоров и пили пиво в кликнете на Нонпро, за которые, выигрывая, получали там 3000 рублей. Поэтому было все равно, грубо говоря, во что играть. И вместо Dota 1 я стал играть вот в LoL, который только вышел. Поэтому я считаю, что для меня игра лучше в этом плане. Если говорить в целом, то LoL — это игра более казуальная, она более предназначена для, скажем так, не разбирающихся. Для девочек. Для девочек другое предназначено. Мы сейчас про LoL говорим. LoL — игра более казуальная, в нее начать играть проще. И не знаю, цифры того, сколько людей играют в LoL, говорят о том, что вследствие того, что она гораздо более популярная, к этому вернемся. Она и проще. Поэтому лучше она тем, что она популярнее больше, денег в нее укладывается больше, развивается, соответственно, она больше. Угу. Хорошо. Ладно, кстати, вот к этому больше мы еще вернемся. Есть у меня один вопрос на этот счет. Ну и теперь, я думаю, Каспер, давай продолжишь тоже фразу. Dota 2 лучше, чем League of Legends. Продолжи фразу, потому... почему LoL лучше Dota, да? Тоже, да. Я вот как раз все эти аргументы, которые говорил, собственно, ну, не то чтобы оппонент, мой, наверное, все-таки коллега, потому что занимаемся мы одним и тем же. В общем, Юрий, да, я узнал, как тебя зовут. Уже плюс один. Да, Dota чем лучше? Вот точно тем же, о чем вот ты говорил буквально, да, последние там пару минут, потому что в ней больше именно хардкорных моментов. Я вот как заядлый, грубо говоря, игрок, мне очень-очень нравится, когда я сталкиваюсь с какими-то серьезными трудностями в игре, и именно не в плане там геймплея или корявости управления, а именно в плане общей задумки, тактик, наработок и вообще возможных вариантов развития событий. То есть, собственно, это мне в Доте нравится намного больше. Во-вторых, мне очень-очень-очень нравится тот момент, который в LoL'е вот сделали немного неправильно, как по мне, это вот привязка к рунам, вот эти аккаунты, которые потом достаточно сложно перепрофилировать. Ну, собственно,
Вот это мне не нравится. Я хочу поиграть сразу всеми героями. Я хочу пикнуть Рикимару, пойти нагибать кого-то, а не ждать, пока там, ну, он будет недоступен или еще что-то в этом духе. Потому что я, например, тоже криворукий рак, кроме Траксы и Рикимару, играть, допустим, ни на ком не умею, но вот у меня их просто нету. И там, да, вынужден, грубо говоря, задрачивать на каких-то там, ну, неудобных для меня героев. Ну и точно так же перепрофилирование там из керри в саппорта, в мидера, оффлейнера и так далее, джанглера. Это все, опять же, достаточно сложные моменты в лоле, как мне кажется. Да. А, ребят, слушайте, а вот сразу такой вопрос в тему у меня возник интересный. То есть получается, чтобы быть профессиональным комментатором, вовсе не обязательно очень-очень хорошо на профессиональном уровне играть вот, собственно, в игру. Ну, как сказать, на самом деле тут вопрос немного в другом. Вопрос в том, понимаешь ли ты то, что происходит на экране. Можно быть криворуким идиотом и просто не уметь вовремя нажимать кнопки, но ты должен прекрасно понимать, что их надо нажимать в таком порядке. А тебя никто не требует во время стрима демонстрировать скорость нажатия там на клавиши в нужный момент. От тебя требуют, чтобы ты объяснил вообще, кто, что, зачем сделал. Это, наверное, самое главное. Ну, а разве вот это понимание, это не есть путь к про? Это одна из частей. Одна из частей того, чтобы играть хорошо, да, понимание — это один из пунктов, который должен быть. Говоря о Лоле, где не было каких-то определенных лидеров в плане комментирования, я тоже этим занимался некоторое время, сейчас этим занимаются другие ребята, но в Лоле никогда не было комментаторов уровня вот про, скажем так. То есть, например, взять Riot Games, да, там работает комментатор Джад. Вот Джад играл за команду Dignitas, это некоторое время была топ-4 команда мира. Он вместо того, чтобы продолжить там играть, ему Риоты сделали предложение стать комментатором, но он ушел оттуда и стал комментировать. Вот, теперь комментирует все мировые чемпионаты на английском, собирает сотни тысяч людей. То есть он сначала играл, потом стал комментатором. Так же, по сути, и ты. Ты начал играть, потом стал комментатором, да? Да, да, да. Нет, Олесь, сначала стал комментатором, потом начал играть. Сначала играл, нет, да, я имею ввиду, я имела в виду про игрока, нет. То есть, кстати, заметьте, Кирилл, они оба назвали один минус у Лола и один минус у Доты. Точнее, нет, я что-то минуса у Доты не заметила, ну ладно. В общем, минус Лола в том, что... Плохо смотрела просто. Она простая, или плюс, да, для флеша это кому плюс. Кому как, да. Ну это всего лишь один из многих пунктов. Ну что значит, это плюс или минус? Это просто медаль, имеющая две стороны. У каждого пункта есть свой плюс, свой минус. Более шаблонная, как говорил Каспер, то, что есть какие-то более вещи придумывать. В Лоле можно тоже придумать кучу всего, и может быть даже больше, чем в Доте, но как бы там ни было. В Лоле есть как бы определенные роли, то есть в Лоле не играют без леса, например, потому что там есть самый нерспелл Смайл, который позволяет лес забирать быстрее. В 99,9% игр один чемпион, ну, герой, да, соответственно, из команды, он играет в лесу, он фармит мобов, гангает, помогает лайнам, саппортит, бла-бла-бла. В Доте такого нет. Я, честно говоря, про сцену не знаю дотерскую, но вот, насколько я помню, там играли и с лесом, и без, и роумили, и на лайнах стояли, что только не делали. Там полный беспредел происходит, да. Поддерживаю полностью. Ну вот, правильно сказали про то, что две стороны медали у казуальности или там более-менее хардкорности, то, что действительно кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Тут уже личное дело каждого. Вот, я же говорю, из тех минусов, которые мне вот конкретно не нравятся, это именно вот сложность перепрофилирования самого там профиля своего, прошу прощения за тавтологию. Но вот именно в Доте можно там поиграть всем сразу, в любой роли, на любой позиции, как угодно, без каких-либо ограничений. Это мне больше всего нравится. И да, это и минус, и плюс, конечно, огромный. Это как в Вове. В Вове все тоже хотят поиграть на арене, но в то же время все жалуются, все абсолютно, что Вов стал казуальным. Поэтому уже не позадрачивать. Поэтому люди, которые фармили на своих 100 чемпионов, сыграв для этого там 4000 игр в Лоле, они говорят, что это плюс. Флэш, ну ты не думал возвращаться и попробовать себя в Доте 2? В Доте 2, ну ты знаешь, я, честно-то говоря, не такого уровня игрок, как, например, там, Алексич, да, или Дэнди, или что-то такое. Я не езжу столько на какие-то турниры и там выступал за границей, там всего так лишь. Все один... впереди?
Все впереди, безусловно, но я не думаю, что я садаптируюсь к Доте так сильно. Сейчас я там, где я нахожусь, мне тут тепло, хорошо, мне тут нравится и... Местечко пригрел. Да. Все понятно. Ну, то есть ты стремишься, да, к тому, чтобы стать... Конечно, сейчас в Лоле очень много происходит СНГ-чемпионатов при поддержке риотов. И если на них успешно выступать, что я сейчас как раз и пытаюсь сделать, скоро вот будет Игромир, на который 4 лучшие команды в СНГ отобрались, и мы как раз тоже туда поедем. А если побеждать эти турниры, то можно спокойно выходить на высокий уровень и там уже, соответственно, показывать все остальные результаты против команды. Слушай, ну молодец, конечно, что сказать. Я вот хочу Каспера спросить. Да, да. А если бы тебе предложили, ну, энную сумму денег за то, чтобы ты играл и стримил, и комментировал ЛО? Когда-то такой вопрос всплывал, энная сумма денег оказалась, ну, как даже по моим меркам, весьма внушительной, потому что, ну, просто нет желания. Я вообще занимаюсь этим вот абсолютно не из-за того, что я там получаю деньги, а комментировал я это, я думаю, как многие вот правильно комментаторы занимались там год или полтора, вообще не получая ни копейки за это. Вот-вот, то есть, и это... Это чисто дело вкуса, я не знаю, просто не нравится мне сама игра, League of Legends. Но ты играл в нее, да, пробовал? Конечно, я не понимаю тех людей, которые могут говорить, вот, типа, лол, херня, а сами в него не поиграли. Надо Виталий. Конкретно знать, за что ты не любишь ту или иную вещь. Я поиграл в лол, ну, мне не понравилось визуальное оформление, очень сильно не понравилось. Ну, не мой стиль. И опять же, да, вот та же казуальность, те же профили, в смысле аккаунты. В общем, как-то оно мне показалось слишком-слишком мутным. И просто заходишь в доту, жмакнул поиск игры и поехал. Из любого героя начал играть, ну, вместо того, все, чтобы... Что-то, там, ждет, никаких причин. То есть дота, по сути, тебя не... даже нет никакого намека на то, что ты должен где-то что-то заплатить в принципе. В Лоле постоянно натыкаешься, да, на то, что вот, вот это можно, это можно, это можно, но, понятное дело, надо либо фармить, либо, если ты ленивый и имеешь кредитную карточку, то можно не только фармить. Это в Лоле, да? Ну, да, это... Ну, это действительно так. Дэйв, это для меня новость. Ну, вот ни одного рубля никогда не вложил ни в какую ну, игру. Я не спорю, то есть можно играть и спокойно. Да. Вот я точно так же тот же Хардстоун... В принципе, можно в него играть совершенно спокойно, действительно, не затрачивая никаких именно материальных ресурсов. Просто на это понадобится там немного больше времени. Но вот касательно вот, моба игры, меня эта схема не устраивает. Вот меня такая же фигня смутила в Хоне, когда я тоже играл в Хон, мы все за БТ проиграли в Heroes of New Earth. И, в принципе, ну, не знаю, когда убрали, Хон стал намного, конечно, качественнее, но там сейчас... S2, или как они там, эти издатели называются, они сейчас решили, что клон Доты не удался, вроде сделали клон Лола, насколько я помню. Если кто не в курсе, можете посмотреть. Угу. Любопытное создание. Любопытная попытка. Именно любопытное, потому что вот просто и визуально, когда мне показали, один в один лол. Надо будет посмотреть. Слушай, Флэш, мне вот просто интересно, ты говоришь, ты никогда ни одного рубля, ни одной копейки не вложил ну, в лол, ну, да? Ну, это не совсем правда, но это было... Ух ты, блин! Это скажем так, это... Ты врешь, я никогда не вру. Это было, скажем так, в форс-мажорных целях и обстоятельствах. То есть, например, когда нужно было трансфернуть аккаунт с одного сервера на другой, чтобы участвовать в турнире, за это как бы я мог там пару сотен вложить и трансфернуть его. А в плане покупки чемпионов, скинов или что-то вот, каких-то таких плюшек дополнительных, никогда ничего не вкладывал. То есть, тогда такой вопрос, сколько, ну вот по-твоему, не знаю, может ты точно знаешь, сколько надо отыграть, ну хотя точно не получится, примерно игр, чтобы всех чемпионов взять? О, это чувствую. Я очень люблю математику, но с ней надоедаю, но раз ты уже спросил, тогда не могу себе отказать. Не, ну просто интересно, так, ну, навскидку буквально. Вот. Не могу себе сказать, отказать в удовольствие тебе это объяснить. В среднем за игру дается 80-120 очков, пэшек, да, которые нужны для покупки разных там вещей, рун, героев и прочих вещей. А герой один стоит от 3000 до 8. Чтобы купить одного чемпиона, нужно сыграть 30-80 игр. А
героев всего 106 в лоле. То есть как бы... Конечно. Чтобы купить... Я, например, в доте еще не открыл, думаю. Я в лоле не открыл всех героев. Как бы они мне просто не нужны, а я играю 3 года. И играю внушительное количество времени. Просто... Мне кажется, что открыть всех героев и купить все руны без вложения туда средств из Real Life, если возможно, то это надо сидеть на часов по 15 в день. Вот так вот. А ты сколько сидишь? Ну не 15 точно. 14. 14,5? Нет, нет, нет. Ну вот это, опять же, это вот тот минус, про который я хотел сказать. То есть, ну, скажем, вот хоть и такая, да, не самая... конкретно такая ограниченность, возможно, да, теоретически, тебе не нужны эти все герои, но сам факт наличия этого ограничения, он меня жутко бесит, я вообще не люблю, когда вот присутствуют такие рамки. Ясно, ребят, ну хорошо, давайте перейдем к, так сказать, следующему раунду, да, и следующий я раунд это как ранг. Раз... Какой ранг? Ну это Олеся. Как обычно, да, я не удивлен. Собственно, ту тему, которую затронул Флэш уже, да, это количество человек, играющих в League of Legends и в Dota 2, там, не знаю, в России, в мире и так далее. Но вопрос, опять же, будет, как и в самом начале мы начали, Флэш, ну, например, вот ты знаешь, сколько человек... Следующий раунд. Дзинь. Так, поехали. Да. Флэш, ты знаешь... Можно раз при Дзинь... А, фотка Каспера стоит, да, Жо? Да. Когда был Дзинь, фотка Каспера как раз выходила. Да. Флэш, ты знаешь, сколько людей играет в доту, там, не знаю, в России, в мире? Ну... Онлайн, там, я не знаю, может быть, ты какие-то... Ты же должен был как-то... Я считал ли у себя на стримах, сколько людей играет в доту? В доту? Какой-то, да, вопрос, мне кажется. Нет, но это... К сожалению, Олесь, при всем уважении, нет. Наверное, я не считал у себя на стримах, сколько людей в лол играет. Стримишь ты такой лол и такой начинаешь. Так, Dota 1, Dota 2, Dota 3, такой. Всего там 5 человек, не знаю, ну, всяко же может быть. Ты же должен про Dota говорить. Поэтому что... Да, сколько человек играет в Dota? Вот оно все. Подожди, тогда получается, что я начал отвечать на второй вопрос первым. Тогда сейчас Каспер пусть про лол отвечает. Да, так и должно быть. А Каспер гуглит уже. Я уже в гугле. Не, на самом ты деле, уже загуглил? Я, как только, да, вы сказали про цифры, быстренько нырнул в Steam. Благо дело, там очень удобная стата есть. Ничего. Касательно сегодняшнего дня, касательно всех остальных дней. Правда, у меня сейчас Dota патчится, я ее уже тут не запускал у себя пару дней так точно. Этот Хардстон, он меня просто поглотил. Будь он проклят. Но вообще, касательно статы... Касательно статы, вот сегодня 500 тысяч человек играло... Ну, онлайн одновременный. И сейчас, в принципе, играет примерно такое же количество, что, я считаю, вообще достаточно неплохой показатель, учитывая то, что... 500 тысяч онлайн именно человек, ну, да? Не, скажем, она далеко не в пике популярности. После International онлайн там что-то с 300 тысяч, ну, с 350 где-то возрос вот примерно до 500. И, опять же, пока еще нет, да, у всех желающих доступа к Дотану. Опять же, пиар-акция у Valve, помимо International, как таковая, в принципе, отсутствует. У них действительно нет никакого промоушена, в отличие от того же Лола, который бухал. Я вообще страшно представить, сколько они бухали именно в рекламе. Я не знаю, Каспер, откуда все эти деньги взяты. Вот это самый для меня большой вопрос, я не знаю, во всей моей жизни. Откуда у них денег столько? Почему смотрят Лол столько людей? Ну, во-первых, действительно, простая игра. Во-вторых, очень сильно сыграло свою роль то, что LoL сам по себе появился, насколько помню, раньше второй Доты. Да. То есть первая Дота сама по себе, как бы мы ее не любили, она выглядела достаточно примитивно, достаточно, скажем, убого, наверное. Если взять сейчас сравнение вторую Доту, то это просто реально небо и земля. Да. И на этом изначально LoL, конечно, достаточно сильно выехал. Но те темпы, с которыми сейчас Valve догоняют Риотов, это просто колоссальные цифры. Онлайн, опять же, с момента проведения International месячный возрос там что-то с 3,5 миллионов до 6,5 миллионов, что уже как бы говорит о том, что плоды International, они пожинаются с каждым днем все больше и больше. И, опять же, я вот на 100% уверен, что в американском регионе сейчас, учитывая то, что MLG отказались от Лола и взяли дисциплину Dota 2,
И EMS One, кажется, вроде такой турнир, да, он точно так же исключил League of Legends из списка дисциплин. И точно так же Dot там находится. То есть сейчас популярность будет расти очень-очень быстро. Ну это ты сейчас про Доту сказал. Ну я так понял, что ладно. Да. Ну Флэш, хорошо, давай про лол, возрази. То есть я так понимаю, что в League of Legends играет намного больше людей, да? Ну, и это не так. А что тут возражать? Тут возражать спорить нечего. Есть вещи как субъективные мнения, есть вещи как факты. В лол в конце второго сезона, то есть примерно, если не ошибаюсь, в декабре 2012 года, почти год назад, или в октябре 2012 года в лол играло 32 миллиона людей. Сейчас, учитывая то, что у Доты был пик популярности в марте 300 тысяч человек в онлайне, а как сейчас Каспер говорит, оказывается, через полгода уже 500, и это только сегодня в Стиме, что он посмотрел, то есть, скорее всего, даже не пик, скорее всего, это даже не максимальная цифра. Я предполагаю, что если год назад было 32 миллиона людей и как бы аккаунтов, на которые играют, то я даже боюсь представить, у меня нет статистик таких, и я не гуглю, не занимаюсь такими вещами, но играет людей очень много, и популярность, она же смотрится по тому, сколько людей заинтересованы в том, чтобы посмотреть на профессиональную сферу, раз, и в том, сколько люди могут вложить денег, чтобы реализовать это для своих дальнейших стримов, спонсирования турниров, развития различных региональных комьюнити, два. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим то, что прошел All Stars Event, на которой были с пяти регионов, это Южная Азия, Корея, Китай, Америка, Европа, 5 All-Stars команд, это лучшие игроки с каждого региона, проведен отдельный ивент для турнира между вот этих 5 команд, куда, ну я не знаю, туда вложили денег столько, сколько вот если мне их дать, я их за всю жизнь не проживу. То есть это просто шоу, в шоу вкладывают такие огромные деньги. Дальше International, все это здорово, и, конечно, круто, что там первый миллионный турнир сделал, но сейчас идет, например, World Finals, да, чемпионат мира, он как раз проходит вот в эти дни, вот матчи были сегодня в 6 и 9 утра, опять же, там 2 миллиона долларов призовой, или там 2,5, я даже не помню, 2, если не ошибаюсь, и я не собираюсь говорить насчет того, кто кого будет догонять, отставать, тут цифры на стрим-трансляциях обо всем говорят уже, и типа тут Это факты, а не субъективные мнения. То есть ты не считаешь, что, да, что Dota догоняет LoL? Я считаю, что Dota развивается. Я считаю, что LoL развивается. Догоняет в плане чего? В плане того, что... Количество, ну, играющих. Играющих. Количество играющих никогда близко даже не будет. Даже не в 2 и не в 3 раза, а гораздо меньше. Это именно ты говоришь по миру или в России? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что в России в Dota больше так людей есть, играют. Да. Возможно, да, с этим я не спорю. Нет, я говорю по миру, конечно. По миру. Ну, это очень печально, но, ребят, я просто озвучу результат ВКонтакте. У нас голосование идет просто Dota 2 и LoL. Вы не поверите, я просто удивлена результатом. За Dota проголосовало 1426 человек. За LoL 155. Корабль восстал. Я спрашиваю, проблем. А дайте мне ссылку на паблик, сейчас я разберусь. Ну, а ссылка vk.com/vsonair. Но да, у нас на стриме внизу. А, на стриме, наверное. Я вот кинула тебе ссылку, пожалуйста. Я вижу. Сейчас мы разберемся. Это, я знаю, это Флэш плохо прорекламировал. Насколько я знаю, комьюнити Гохи в основном, вот, ну, мне, на мой субъективный взгляд, играет в Доту. Давайте так, ребята, если вы флудить не будете, я кидаю ссылку. Если вы успеете, пожалуйста. Ссылка ушла. Так, в общем, ждем. Ну, ушла уже вверх куда-то. Все, нет. Я готов поднять на обсуждение такой вопрос. Давай. Что такое Гоха, да, все из нас, я думаю, знают. И кто-нибудь имеет в курсе вообще вещей и событий, какова посещаемость у Гохи, например? А, ты решил нас протестировать, да? Кирилл, как ты считаешь? Ну, насколько я знаю, если брать вот эти счетчики, которые внизу, потому что я человек ведущий, да, я не слежу за этими вещами, но насколько я знаю, это где-то 80-100 с лишним тысяч уникальных пользователей в сутки. Это здоровский и хороший результат. Теперь вернемся к моей стране, раз мы уже начали это обсуждать.
А в Лоле люди вследствие того, что они как бы относительные такие ньюфаги, да, они все-таки не те дотеры 1, которым 25 лет, которые с щетиной бородой сидят просто уже в Доте 2, уже играя 8 лет, имея замечательных детей, семьи и прочие вот различные радости жизни. А Лол не идет в сторону, например, Гохи или каких-то сайтов. У Лола есть свой сайт, например, lolgame.ru, да? Член из которого... есть Гоха, да? Я знаю, да. У Лола есть свой сайт, который в 2011 году имел, например, 30 тысяч уников, да, в день. Если, не знаю, кинуть на голосование, за сутки там проголосуют все эти люди... Не, ну я могу сказать, что у меня, например, в том же моем паблике, ну, в пиковые дни, когда действительно что-то веселое происходит, ну, цифры поднимаются до 15-20 тысяч уников в день. И, то есть, опять же, ну, тот сайт далеко не показатель, я считаю. А, ни в коем случае не поднимаю этот сайт в глазах разных людей, в том числе и твоих, но такое. Голосование на Гохе — это объективность, это даже не пахнет, я не чувствую вот этого вот. Именно нет, голосование происходит не на Гохе, а ВКонтакте. ВКонтакте, да. Давай спросим посещаемость ВКонтакте. ВКонтакте. Сейчас я Паше быстро напишу, он мне ответит. Нет, просто я вот на самом деле удивлен. Так, минуточку. За Лол проголосовало еще 5 человек. Отлично, Олеся просто призвала в наши ряды. Да, я кинула ссылку туда, так, на Twitch, и еще 5 человек успели схватить эту ссылку из лолеров. Молодцы, молодцы. Да, ребята, я хочу, конечно же, предупредить, что внизу в паблике, все там же, в комментариях, вы можете задавать вопросы нашим сегодняшним гостям, и, ну, какие-нибудь более-менее адекватные, я надеюсь, мы даже зададим. Ну, надеюсь, помимо писюнов и кораблей что-то все-таки будет. Да, что-то. Просто, вы знаете, даже если бы я сейчас занимался модерированием, мне кажется, я бы просто не успел. Нет, тут по факту надо просто поставить слоу-мод со скоростью, я не знаю, там одно сообщение в год, и теоретически что-то читать. Да, на следующий раз мы, конечно, займемся обязательно этим, потому что я как-то просто не предполагал, что будет такое количество адекватных у нас людей. Так, Олесь, ну у нас есть некоторое количество шуточных вопросов, да, которые мы... Остальные были серьезными, да? Остальные были, ну, достаточно серьезные, да. Серьезными, как голосование. Серьезными настолько же, насколько... Ну, я с самого начала программы предупредил, что мы носим развлекательный характер, естественно, мы тут не будем выяснять, что же реально лучше, и пойдем сейчас, вот Олесь идет лол играть. В любом случае, знаю, что лучше, зачем что-то... Конечно, да. Но каждый для себя решает. Пока у меня есть такой вопрос. То субъективное ваше мнение, что выйдет быстрее, лол 2 или дота 3? Каспер. Лол 100. Half-Life 3, я считаю, выйдет быстрее. Что? Half-Life 3, я почти уверен. Кстати, кто-то видел анонс от Стима? Я забыл. Давай, проанонсируй. Да, там вроде бы сегодня должен быть плотный анонс. И... Так, что же мы здесь делаем? А, еще 20 минут, черт побери. Как раз у тебя вот есть, как раз успеем, да. Мы успеем на новый анонс. Да я просто жду уже Steambox, жду, наконец-то, еще что-то интересное. Не знаю, как остальные люди. Ну, ладно, опять же, мы немного отвлеклись. Опять же, вот касательно того, что почему, например, LoL популярнее, чем Dota, изначально, я уже говорил, да, потому что LoL появился быстрее, чем Dota 2, ну, раньше, банально. И, во-вторых, это вот то, о чем я тоже немного ранее говорил, это мощная пиар-акция со стороны создателей. Valve для, скажем, продвижения своего продукта использует только один, по факту, одно мероприятие, это The International, которое проходит раз в год. Риоты вливают... колоссальные суммы для того, чтобы просто держать, грубо говоря, людей, да, у себя, потому что проводятся лиги, турниры, огромное количество ивентов. И опять же, все это идет только при поддержке, ну, по факту, риотов. Мне это на самом деле не очень нравится, потому что Dota продвигается, грубо говоря, за счет там комьюнити, за счет нескольких спонсоров, которые, в принципе, продвигали до этого там КС и другие нормальные, на самом деле, дисциплины. А вот LoL почему-то, то ли риоты противятся, чтобы кто-то им давал денег на их же турниры, то ли действительно никто не хочет давать денег. Непонятно, но факт остается фактом. То, что все турниры остаются
только вот за создателями самой игры, в отличие от Доты. Угу. Я считаю, аргумент. Аргумент, но единственное, я так понял, что то есть КПД, да, вложение именно к самой компании, он в Доте, ну, выше получается. Ну, то есть Valve, действительно, да, они по сути пустили игру не то чтобы на самотек, да, у них есть вот этот буст летом, в конце лета, в августе, и все остальное время все делает только комьюнити. Комьюнити, несколько организаций типа StarLadder, там, EMS, вот, собственно говоря, и все. Слушайте, а насколько я знаю, в Лоле, допустим, чаще выходят чемпионы, да, персонажи? В каком комьюнити может идти речь, если в СНГ нет никакого StarLadder, нет никакой профессиональной лиги, и все, что проходит, это турнирчики за энное количество денег, которые спонсируют ФКС, сайты лоловские, которые зарабатывают на том, что продают эти самые РПшки и прочие вещи, и делают какие-то там свои пиар-акции. Риоты вкладывают в игру в целом, о которой мы сейчас не говорим. Почему? Потому что мы же затрагиваем СНГ-сцену. Я когда увидел, как играют какие-то команды на StarLadder, причем играют команды, ну скажем так, не только самые лучшие в СНГ, да, а все-таки еще вторые, да, третьи, ну, откровенно говоря, их так назовем. Я был очень этому удивлен, одновременно и одновременно рад, потому что я бы хотел такого в СНГ, потому что туда можно спокойно, скажем так, влезть со своим стаком, играть, тренироваться, будет мотивация, будет саморазвитие в игровом плане и интерес того, чтобы развивать для других людей тоже. В Лоле никогда не было никаких вложений от риотов, если мы говорим про СНГ. Что касается других вещей, я, конечно, про это вообще молчу, потому что тут Каспер полностью прав. Количество денег, вложенных в Лол, огромное. Люди устраивают фаер-шоу, какие-то танцульки на мировых чемпионатах и вообще просто вещи, которые... Ну, я не знаю, как будто ты пришел в клуб куда-то потусить. Ну, я не знаю, в общем, все очень здорово и хорошо сделано. Да. Что касается СНГ-сцены, никаких лиг таких нет. А первая лига, в которой, которая сейчас в СНГ проводится, она вот от СК2 ТВ, Платроникс лиги, там участвует 8 команд, из которых 6 СНГ, 2 европейские. Команды заинвайченные, 4 заинвайченные, 4 прошедшие отбор. Это первая лига, которая до уровня StarLadder, она как бы... Вообще даже близко не стоит, при всем уважении, да, там ребята молодцы, организовали, и все это здорово, я очень рад там участвовать, но все же, смотря на вещи реальными глазами, StarLadder — это то, о чем даже я знаю, который в Dota 2 не играет. А что говорить о СНГ-сцене и развитии и прочих вот этих вещах, непонятно. Риот вот не вкладывает деньги пока вообще. В этом плане Valve продумали очень грамотный продукт. Действительно, СНГ в плане монетизации, оно... Ну, грубо говоря, да, нервно будет в сторонке, если брать вот какие-то обычные методы, которые все, в принципе, по миру юзают, это там реклама в основном, много, на самом деле, рекламы. СНГ-регион этим действительно достаточно беден. А вот у Valve еще со времен CS 1.6 был, скажем так, козырный туз в рукаве, это Dota TV, который сейчас все знают. То, до чего, ну, я не знаю, какая еще контора может дорасти в плане реализации, потому что СНГ-регион очень сильно выезжает именно за счет Dota TV. Как бы кто ни грузил, но ребята из СНГ очень-очень любят смотреть Доту, готовы отдавать деньги за билеты. И за счет этого действительно тот же там StarLadder, например, ну он существует вот сам по себе, именно Dota-дисциплина. Какой он молодец. Молодец. Слушай, Флэш, ну ты говоришь, очень много денег вкладывается, но наверняка же не просто так, да? То есть эти деньги наверняка отбиваются. Конечно. Кирилл. Ну ты посмотри на цифры на трансляции. Нет, просто это звучало от Каспера как какой-то минус, что вот, риоты выкладывают много денег. Такое ощущение было, как будто они это все впустую. Нет, ты должен понять, что Каспер не имеет желание кого-то оскорбить или какой-то минус, он не указывает. Он говорит фактически, и это мне очень нравится. То есть просто как факт. Факт, и есть факт, у которого стороны медали опять же две. Как ну бы, да, есть... трактовать можно абсолютно по-разному. Да. Я тут спорить не могу, потому что это факт. Денег вкладывается больше. Насчет КПД и вот этих всяких там таких субъективных высказываний, это все, конечно, спорный момент, но не знаю. Я вообще не запариваюсь, мне норм. Я знаю, что лол популярный, мне ничего не надо аргументировать, мне вообще норм.
Хорошо. А, ребят, ну, такой вопрос. Немножечко темы, очень долгие, просто такие монологи. Ладно, диалоги. А, вы знаете, сколько сейчас на данный момент, на сегодняшний день, персонажей в Лоле и в Доте? Так, я смотрю сразу на Флэша, он-то раз, лол. Ну, Флэш называл, но мне почему-то показалось, что он ошибся. Пусть еще раз назовет. Я не знаю. Мне кажется, примерно 110, я думаю. Где-то вот так. Около 110. Но я не могу знать точно. Хорошо. По-моему, я насчитал 115. Ну, зачем ты это? Ну ладно. Ладно, хорошо. Тогда пока, Каспер, как ты считаешь? Ты знаешь, сколько? Ну, в Доте или где? Конечно, в Доте. Конечно, в Доте там тоже порядка 100. То есть я особо не вдумывался в точные цифры. То есть не меньше, потому что мне всегда казалось, что в Лоле больше. Ну, на самом деле это все, опять же, такое, потому что играбельных героев, ну, далеко не 100. Фишка в том, что здесь пути разнятся. Дота — это игра, в которой изначально было у Доты 2 героев больше, а потом выходили они реже. А в Лоле изначально угу. было героев очень меньше. Мало. Очень, не меньше, а там, когда игра вышла, 40 героев было... Сколько? 40, 12, алло. 12? То есть, нет, то есть ты имеешь в виду не релиз игры, да? Потому что, насколько это я читал... Тест игры, тогда, тест когда, игры. Это тест, угу. тогда, когда все начали играть в LoL. Было 12 тест. Хорошо, героев, я тебя понял. Из которых угу. я, кстати, по-моему, даже многие знаю. Но это, в общем, не суть. Потом герои выходят стабильно примерно раз в две недели. И это, честно говоря, очень напрягает. Почему? О, потому что согласна. Выходит новый герой, баланса нет, надо. Ничего нет. Как на него смотреть, что делать, непонятно. А плюс вот Каспер говорит, я не знаю, как в Доте. Раньше в Доте было так. ПГГ пришел на лан, на нон-про, собрал 4 человека с двора, 3 бутылки пива выпил. Каждая групповая стадия по одной бутылке, короче. То есть 6 бутылок. Вперед в четвертьфинале дриаду. СП, короче, в следующей неделе это дриада. Это только дриада на миде, это копье там туда-сюда. Был такой момент, что герои были много сильных, но брали популярные. А сейчас в Доте ситуация изменилась, насколько я знаю. И как вот я слышал стримы, там Дэнди много говорил, да, что находит пик определенный, потом находит против этого пика, как бы находит против этого стратегию, против этого, и пики и активность чемпионов, ну, героев, в смысле, да, это в Доте так называется, в Лоле чемпионы, меняется вот только из-за этого. А в Лоле ситуация другая. В Лоле проходят патчи, с которыми нерфят, бафуют шмотки, самих чемпионов. Вследствие этого меняется баланс, какие-то герои отходят на второй план, некоторые, соответственно, выступают на первом. И от патча до патча играется. То есть, как бы, надо уметь играть именно в этом патче, в определенном. А не потому, что какой-то герой какого-то начинает контрить, а потом осознание до команд приходит, что другой начинает. Здесь вот только в патчах дело, и момент нет, на самом деле, в Доте, если говорить уже о патчах, выходило не так много патчей, которые меняли что-то уж слишком кардинально. В основном это все-таки какие-то небольшие изменения касательно там доли секунды кулдауна, там небольшого количества урона и так далее. Ну, кардинальные патчи выходили, да, их было там штуки 3, наверное, таких именно больших. И они очень сильно меняли расстановку сил, безусловно. Но, опять же, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. В результате все, что было на первом интернешнале, мы видели там на втором, на третьем, что за год там куча героев переигрывалось и так далее. То есть, в принципе, в плане чемпионов, ну или вот героев, да, в Доте, да, правильно тут все сказал вот Флэш, что действительно подбираются одни пики, потом другие, третьи, четвертые, и все они друг друга должны приблизительно как-то контрить. Как бы на этом и базируются в основном стратегии. Ну, ты бы хотел, чтобы в Доте также выходили персонажи раз в две недели новые? Я, на самом деле, не вижу в этом большой надобности. Тоже не вижу. Для начала надо хотя бы выпустить базовых героев, которые были в первой Доте. Те, кто сейчас слушают, я постоянно говорю, что 80% людей, наверное, вообще не понимают, о чем мы говорим. Там всякие Террорблейды, Эмбер Спирит и... А каких героев нет, кстати, во второй Доте? О, нету Питлорда, нету Террорблейда, Сапера или Минера. Минер — это вообще просто... Минер — это просто... Я играл в нормалы. Где мои 15 лет? Да, там всякие Легион Командеры, вот эти Эмбер Спирит и Фениксы. Ну, там героев, не знаю, штук 8, наверное, осталось. Мы как раз в офисе у Valve были, видели этот список героев. Там концепты какие-то приблизительные по разработкам. Ну,
опять же, надобности большой, в большом количестве героев, я считаю, ну, не особо она есть, эта надобность. Это уже, я с тобой как-то... согласна. Ну, просто, когда был первый International, вот Флэш говорил, что только когда LoL начал зарождаться, да, там было 12 героев, когда вышла Dota 2, это был как раз первый International. Там было то ли 32, то ли 34 героя, и это число было необходимо хотя бы потому, чтобы команды смогли взять нужное количество героев, потому что вне пиков банов оставалось, ну, можно на пальцах двух рук посчитать, вот сколько героев еще оставалось в пуле. То есть все были практически задействованы. Так что тут в плане героев, опять же, такое ситуативно. Так, у нас Флэш потерял веб-камеру. Алло, включись. Да-да-да. Включись. А я тут... Флэш, мне просто интересно, ну и Каспер, наверное, тоже. А есть ли в Лоле и в Доте абсолютно, на ваш взгляд, бесполезный герой? Вот абсолютно, просто вот... Ни уму, ни сердце. Хороший вопрос. Я уже вижу свой ответ. Давай. Бесполезность героев. В Лоле пикают много чего, разные стратегии находят, но доходит до того, что некоторые герои, они просто... Ну, я не знаю. Есть такой сайт, я нашел вот с этого так быстренько, LoL King. На нем можно смотреть процент побед в ранкет играх. То есть какие-то герои имеют маленький процент побед в общем, да, то есть их сколько-то. Ну да. И есть герои такие, вот если не ошибаюсь, есть герой Поппи, например. За Поппи сам меньший процент побед. Наверное, Поппи и Химмердингер. Они просто вот... Химмердингер как минеры, короче. Минеры вряд ли бы брали на каких-то серьезных турнирах. Для меня это два новых слова. Хорошо, тогда Каспер, я от тебя жду в комментарии. Да, я вот пытаюсь высмотреть бесполезного героя, и, в принципе, я не знаю, в Доте, если смотреть по винрейту, да, там вот я прям сейчас смотрю, есть у нас там паучиха Брудмазер, которая, ну, я бы не сказал, что она бесполезная, в определенных ситуациях очень даже ничего. А если же смотреть всех героев снизу, ну, наверное, все-таки вот Огр Мага можно туда отнести, там герой... Нет. О, нет, я играл! Нет. А. Он хороший персонаж. Не, понимаешь, вот прикол в чем? Прикол в том, что обычно самый бесполезный герой — это суппорт, потому что ему постоянно не дают ничего делать, и он бегает, бомж-лох, всегда нет друзей, то есть и вообще ничего не может сделать на карте. Вот и среди забыченных суппортов этот, наверное, самый менее полезный. Хотя баф у него неплохой. Огрмаг? Да, у него и баф, и дебаф неплохой. Честно говоря, лично я за него даже в виде саппорта делала... постоянно какие-то киллы, и мне кажется, им вообще легко сделать. Мне кажется, те сами отдаются просто к этому. Да, ну неправда, нет. Это все неправда. Ну, ладно, это, конечно, твое мнение. Я на самом деле удивлена. Насчет паучихи, это да, я слышала, что очень мало людей предпочитает выбирать этого персонажа, если, конечно, он рандомно не упадает. Я за него вообще не умею играть. Да ладно, что там играть? Плюнул, паучков выделил, пошел бить. Все нормально. Тебе так кажется. Страда просто элементарная. 6000. Олесь, у нас буквально осталось пара вопросов, да, насколько я знаю. У меня тут громко музыка, по-моему, началась. Сейчас мы ее потише сделаем. Давай, тащи. У нас буквально еще два шуточных вопроса есть. Я, честно говоря, посмотрела вопросы и думаю, что некоторые просто нет смысла задавать про холодильник, да. Про раков, да? Про систему репортов вот мне нравится вопрос. О, найс, найс. Когда раскликивался кто-то там на турнире, другой его снимал, и он репортил всех в чате. Это как раз-таки я снимал. Это да. Кто-то, да, кто-то. Я, может, у тебя и смотрел тогда. Да, мне может быть. Расскажите. Ну, сам-то просто у нас перед игрой, например, сидел и репортил всех, кто сидел в лобби. Ему просто было скучно, он сидел и репортил. Ну, тогда репорты не имели такого веса, как сейчас, поэтому их можно было раздавать направо-налево. Сейчас они более мощны в плане силы своей. Более мощны в плане силы. Мои мейты мне говорят, я захожу после практисов, захожу со стаком двора в доту поиграть. Если я пишу, что соперник конченый, а он мне не подтверждает это, мы впятером репортим каждого по четырем причинам. Не, ну сейчас там уже другая схема, там как раз сейчас уже убрали, то есть там сейчас можно банить только по одной причине, и дают два репорта в неделю, кажется, что-то в этом духе. Короче, их очень мало, но обычно они у меня тоже расходятся во время первого же матча моего. Я, в принципе, не особо терпимо отношусь к
Наверное, даже на первый матч не хватает. Ну, да, я думаю, блин, вот я говорю как есть, да, потому что все прекрасно понимают, когда ты заходишь в паб, что там происходит. Там просто рвань. Ну, другого слова добрать не могу. Реально ужас. Что ж, ну давайте тогда посмотрим еще какие-нибудь вопросы от зрителей. Олесь, у нас что-нибудь поступило? Ох, тут много комментариев. Я могу задать свой вопрос про... Раз уж мы говорим о популярности, уж тем более в СНГ, об адекватности комьюнити. А, я видела этот вопрос. Это не твой вопрос. Это просто... Это все, что плохо лежит, то мое. Хорошо. А кому ты хочешь этот вопрос задать? Или это просто был абстрактный? Это тебе, Олесь, ведь гость у нас не Каспер сегодня. Каспер, как ты думаешь, какое комьюнити более адекватное? Хороший вопрос. Нет, мы разговариваем про две игры. Вот давай так, смотри. Есть планка посередине. Это нейтральное отношение. Назовем это балл 5. Вот от 0 до 10. От 0 до 10 назови адекватность замечательного Dota комьюнити, на котором держится вся популярность, о которой ты такого говорил, потому что, оказывается, деньги того вкладываются, а в Dota нет, поэтому вот почему популярна такая в России. Адекватность Dota комьюнити от 0 до 10, если 5, это нейтральное отношение, молчание в чате, флегматичное отношение к мейтам, соперникам и прочее. Это вот пятерка. Ну вот сейчас можно посмотреть в чат, и у нас мы видим вообще идеальная просто картинка. Так что я вообще не вижу никаких поводов для того, чтобы обвинять кого-то. Мне кажется, 50 на 50, да? Так, Стасян, что такое? Тебя мама обижала, да? Ох, это мама, сейчас мы ей расскажем. Подрастающий дотер. Да, не дай бог. Кстати, у меня был такой вопрос, и я уже поняла ответ, поэтому я... Про детей. Если бы... Кстати, Флэш, может, у тебя тоже есть ребенок? У меня? Угу. Пока что нет. Ну, может быть, ты просто об этом не знаешь? Вот это как раз-таки ты знаешь, вот очень-очень возможно. Но надеюсь, что нет. Как по-вашему, кстати, по поводу, если детей говорить... Вот вы бы рекомендовали там до какого возраста лучше в мобы игры там не играть, да? Потому что это все-таки игры, да? Играть. Лучше, вот, не знаю, оградить детей, да, от. У Алексича есть ребенок, кстати, я думаю, что многие знают об этом. А вот Алексич это капитан Gambit Gaming, такого. Да, и вот он за меня выступает в этой роли сегодня. Хорошо. Мой маленький. Да-да-да, сейчас придет мама, мы ей быстренько расскажем, что почем. Так, ну, в общем, вообще, в плане того, да, до скольки детям разрешать или не разрешать играть там в моба-игры, на самом деле, ну, моба-игра сама по себе, ну, что в ней такого? Сиди, рубись с ботами, как мы это делали в свое время, там, просто до потери пульса. Это была жесть. Да, причем, ну, тебе это вообще абсолютно никак не навредит, там, ни морально, ни физически. С братом играли 2 vs 5, вообще норм шло. Да, сильно по полной, я это тоже прекрасно помню, эти времена, там... Шейкер. Главное перетерпеть, пока они тебя перерастают в XP там и голде, а потом, в принципе, все шло как по маслу. Там, разникать можно было. В принципе, убивать их не было никакого смысла. Так, ну, а вообще, блин, опять же говорю, играй с ботами и все. Ну, типа, посади ребенка, если уж ему сильно хочется поиграть, пусть он играет с AI. Ну, со скольки лет? С тех времен, как он только берет мышку в руки, можно садить с ботами играть? Или ты считаешь, что все равно вот, до этого кстати, нужно... сейчас как раз с мышкой в руках, поэтому я не думаю, что это подходящий возраст. Уже можно? Что значит берет мышку в руки? Я не понял. Мне кажется, что большинство людей в пабах, они вот как раз примерно с такого возраста начинают играть в матчмейкинге. Потому что, судя по их... К сожалению, да. Да, да. Кстати, насколько нам Флэш рассказывал до эфира, что очень молодые, да, вот ребята, которые играют на профессиональном уровне, много что там молодых. Буквально да. Очень много, и, да, молодых. Буквально я ничего не говорил, а профессионалы, настоящие, как я считаю, это те, кто играет на основной риотовской лиге, то есть ЛКС. Там допускаются люди только с 17 лет, но, например, взять состав ЛКС последнего сезона, куча ребят была 17-18 лет, то есть процентов вот 30-40 игроков были 17-18 лет на ЛКСе. Mm-hmm. А, были ребята и взрослые, понятно, есть и там и 25 лет, там, вот, например, Генжи, да, это тоже член Gambit Gaming, 25 лет он вчера исполнился. А, но, или позавчера, но в основном, да, ребята вот до 20, до 22, вот так, то есть таких
ребят после 22 лет достаточно мало. Ну, я на самом деле не понимаю, с чем это связано, потому что одно дело, если мы говорили про какой-нибудь КС или Quake, когда там нужно попадать, там реакция молниеносная, скорость кошки, реакция мангуста, а в Доте и в Лоле, ну, в принципе, скажем, острой надобности в этом нету. Да, в некоторых моментах это необходимо, но далеко не всегда, в отличие от шутеров. Вот, у меня даже Стасян кричит, да? А, ну, потому что вот... Ну, потому что гладиолус. Потому что... Просто... Взрослые парни, они уже там женятся, там на работы ходят и так далее. А как бы школота, студентата, им что остается? Они сидят месяца в компьютерные игры. Мне... Ну, то есть это основной контингент обоих игр, и Dot, и брату, да, да. К сожалению, брат... да. Моему брату 25 лет, он говорит, братан, мне... у меня у Максима двое детей, у Андрюхи двое детей, он говорит, а я что? Я гоу, я создал! Нет, я же говорю про там основную. Ну, это скорее исключение, потому что я вот тоже сижу там с ребенком, с женой и комментирую Доту. То есть, как бы такое тоже случается, да, извините. Но, ребят, опять же, основная масса, все понимают, кто основная масса обеих дисциплин. Хорошо, слушайте, у нас действительно стрим затянулся, и время у нас подходит к концу, но у меня последний вопрос, это уже лично для себя. Как вы относитесь к девушкам в Лоле, в Доте? Я думал, ты спросишь, как я выгляжу. Мне, я просто знаю... Каспер, как ты относишься к девушкам в Лоле, в Доте? Я вообще отношусь к девушкам в киберспорте. Ну, если бы не сказать ну, негативно, значит, не сказать, в принципе, ничего. Потому что, ну, если просто играют, то ладно, пусть играют. Там, черт с ними. Но ходить на какой-то профессиональный уровень... Мягко говоря, ну, не дотягиваю. Не бей по почкам, да. Это очень больно. Хорошо, я тебя поняла. Не дотягиваю. Вот как бы кто мне там сейчас не пытался переубедить в том, что да ладно, женский киберспорт, это там будущее всех вообще кибердисциплин на планете. Ну, можно плюнуть этому человеку в лицо достаточно смело, потому что если появится какая-нибудь адская кухня на компьютере, то, возможно, там и начнут тащить женщин. А в противном случае я не вижу никаких вариантов. Ну, просто разорвал сейчас профессиональную доту, женскую доту. Просто недавно у нас был на гринде гость Хвост. Ну, все мы его знаем, да? В общем-то, ему этот вопрос задали, и, честно говоря, он очень грамотно, хорошо ответил, но, к сожалению, он с тобой солидарен, или ты с ним, я не знаю как. Я тебя прекрасно поняла, поэтому я спокойно играю в доту, не рвусь куда-то туда. А теперь хочу от флэш. Флэш. Так. А я хорошо. Услышать мнение про женские игрульки? Конечно. Ну, никогда в Лоле не было ничего похожего на какие-то замашки на профессиональный спорт. Я, в принципе, тоже солидарен с Каспером. Просто я никогда не воспринимал игру, вот последнего, во всяком случае, 2 года, да, сначала мне Лол нравился, я там получал фан туда-сюда. Никогда не воспринимал как что-то такое, поиграть, получить удовольствие. Для меня это всегда была конкретная цель. То есть ты приходишь, ты побеждаешь, от этого ты получаешь удовольствие. Ты проигрываешь, значит, знаешь, к чему стремиться. Поэтому, опять же, казуальный уровень, каждый может носиться к этому как хочет. У всех свои увлечения, ты же другим не мешаешь. Я знаю очень много девчонок, которые в Лол играют, и, ну, как бы... Да, ну, хорошо, просто играют — это одно дело, а вот именно профессиональный Лол. Женский профессионал. Нет такого, да? Да. Ой, как все печально у вас. Основной смысл, да, это do whatever the fuck you wanna do. Но ты бы стал играть, например, в одной команде с девочкой? Вот ты, например, просто для себя играешь, да? Вот ты собираешь команду, да, допустим, ты капитан, ну, да, насколько? Смотря какая девочка. Вот она, например... Может быть, не стал, но пока не оправдывали... Неужели надеюсь, нет, действительно? Да. Вот, может быть, какая-то известная девушка есть, которая нет, вот прям тащит, России, нет? В России есть, да, в России есть девчонки, которые играют неплохо, но что такое неплохо? В Лоле 25 лиг и челленджер самая высшая. В челленджере русских практически нет. Первая лига из 25 — это Diamond 1. Девчонок там, ну, нет вообще. А как бы первые 8 СНГ-команд — все в Diamond 1. Mm-hmm. То есть каждый член команды в Diamond 1. Неплохо играет, может быть, но чтобы тянуть на топ-4, например, СНГ, даже не близко. Нигде даже не близко. Такого нет в СНГ.
Это не там обижульки и прочие вещи, это просто факты, это так как есть. Ну это факт, понятно. Ну ладно, ребят, спасибо вам большое, мы будем завершать. Спасибо, что пришли к нам, нашли время в своем плотном графике. Очень сложно было вас пригласить, на самом деле, мне потому кажется, что у вас постоянно... есть возможность стать одной из лучших. Лолеров? Лолеров, да, конечно. Лолеров. Главное, пилотку не снимать. Он сказал это. Это пошло, ей-богу. И не менять ник, и не менять ник еще. И не менять ник. Включай камеру. Что ж, большое спасибо вам, что пришли. Эта запись появится в ближайшее время на YouTube-канале GoHaMedia. В комментариях пишите, какие дальше, каких людей, во-первых, вы хотите, какие темы вы хотите, чтобы мы сравнивали, сталкивали в нашем эфире. И мы обязательно постараемся все это сделать. Да, и, собственно, кто смотрит сейчас это на YouTube, подписывайтесь, оценивайте и так далее, как это обычно бывает. Все, всем пока! Пока!